Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Так, второй день. Забираем рыбу и смотрим, что у нас по событиям. Друзья мои, муштра наездников доступна, поэтому сейчас будем проходить. 100 железа. Так, рыбу. Все это заберем. И давай, наверное, мы посмотрим на наших драконов. Так, отлично. А ты что мне принесешь? А мы его даже отправить забыли. Ё-моё. Вот это, да, вот это я лопухнулся. Так, ну что, шепот. Будем тебя прокачивать, как всегда. Даже не надейся ускользнуть от прокачки. Так, здесь у нас рыба. Здесь у нас древесина. Буйволорд, лети. Так, этот у нас тоже пособирал. Принцесса огни... Яркий ужас. Яркий ужас. Это не принцесса огнеедов. Хотя раньше ее звали принцесса огнеедов. Она, по-моему, после того, как стала титаном, стала называться немножечко по-другому. Так, ладно. Здесь за древесиной. Ты там что у меня сидишь, дуркуешь? Тоже лети за древесиной. Ты за рыбой. Ты за древесиной. Ну и ты, в конце концов, тоже за рыбой. Так, кого бы нам отправить на прокачку? Надо того, кого осталось совсем-совсем чуть-чуть качать. Так, 92 уровень, 63. 101, кстати. А, блин, да что такое? Так быстро? Все, ребята, рыбы нету. Мы ее в 3 секунды просто потратили. Нормально? Ну, беги пока за древесиной, потом, наверное, прокачаем, скорее всего. Да, древесина, конечно, улетает у нас со скоростью света. Кстати, подожди, вернись, лучше мы тебя отправим за железом. Сезонный абонемент. Ну, естественно, на рынок. И забираем нашу тут награду. Так, беззубик, ну... Так, это у нас яйцо на пристиголового, насколько я помню. Здесь оп, оп, замечательно. Хапнул, так сказать, на халявку. А что ты хуркаешь там? Давай иди собирай, хуркает он мне. Так, сарделька. Ну, чего ты мне дашь? Руны? Понятное дело, руны. Давай иди в стойло. Будешь охранять их. Здесь... 8 рун, понятное дело, ребят. Фиг тебе дадут 350. Слишком шикарно для тебя будет. Так, кривоклык достает нам... О, яйцо, я думал, что выпадет тусклый янтарь. Так, приручение бесплатно. И в конце концов Грамгильда. Это у нас осмотр островов. Так, беззубик, давай-ка мы тебя, наверное, опять же отправим на поиски. Не хочет он мне приносить шлемы. И все, давай попробуем поменять. Может быть, здесь будет шанс больше. Я не уверен, конечно, в этом. Но попытаться надо. Так, здесь у нас блестящий янтарь. Заберем пак загадочный со своими монетками Удина. Так, шторморез, древоруб, лаварык. Окей, и еще. Отдавай монетки. Зашибись, монетки от... А, я уже думал, нормально, монеты забрал. И больше ничего не даст. Нет, просто была какая-то секундная задержка тут. Нам не хватит 40, да? Нет, даже не 40, а 20. 20 не хватает, чтобы получить какую-нибудь наградочку. Ну и, в принципе, здесь все. Здесь все, ребят? Так, нет, не все. Лети, тренируйся. Так, Инферн получает способность добывать. Ничего не сделаешь, ребята, да? Да, дорого стоит, я не спорю. Так, а где у нас... Опа. Нормально так. Хапнули. И нам еще достается 75 рун. Слушай-ка, у нас 790, по-моему, нам хватит... Да, ребята?
покупаем, открываем. Так, так, и ничего тут. Ну, в принципе, рун надавали. Около 200 практически штук. Ну, а теперь я пошел уже, ребята, на события. Так, посмотрим, муштра. По-моему, это короткое событие, если не ошибаюсь, на одну заходку. Ух, нифига себе. Нет, ребята, не на одну заходку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На две заходки, получается. Поехали. Муштра наездников на две заходки. Так, ну что, тут костолом. Волн будет две штуки. 18 уровня, страж. Причем крепкий. Ну что, естественно, сразу же дыб... Нифига себе, даже с дебафом, ребят. Офигеть. Две волны, а что-то как-то... Не, я помню, что у нас были мощные драконы, но там была всего лишь одна волна. А тут две. Что-то как-то не клеится. А сколько же он бомбить тогда будет? Боюсь даже представить. Так, получил я по шеям. Ну что, добиваешь его? Молодец, кривоклык. И водорез. Я смотрю, по ХП тоже такой же, ребята, твердолобый будет. Ну что же, мы можем, в принципе, сейчас сделать немножко по-другому. Мы можем не тратить суперудары. Мы можем взять его в слепоту и спокойненько себе его разбирать. И больше он нам, как говорится, ничего не сделает. Он просто не будет успевать, ребят, накапливать энергию. А если даже будет успевать, все равно он будет промахиваться через слепоту. Нормально. Так, ребята, игра у меня вылетела как раз, где должна быть рулетка. А, вот она. И я думал, что все, мы ее профукали. 75 миллионов древесины. Блин, что-то зачастила она с вылетами. Ребята, любая игра, пока еще черепашки, но тоже частенько вылетает, ребят. А мир юрского периода я вообще не могу поиграть. Я даже в бой не могу зайти, я не знаю, что происходит. Не могу сказать, ребят. Так, ну что, у нас следующий поединок. И здесь у нас пристиголовый. Опять же две волны, как мы видим. Встречает нас вот этот охламон. Противный, причем, если ты хочешь знать. О, ё-моё. Фига мы его там по децилам разбираем. Нормально? Так, он, значит, еще успеет, ребят, фаерболы тут повыпускать в меня, да? И всякую разную прочую гадость. Ладно. Муштра. По-моему, муштра, да? Одно из таких сложных событий. Если я, конечно, не путаю чего-то. Ну, сейчас мы его ушатаем. Сейчас он фаербол выпустит. И мы его уничтожаем. Так, шепот. Тоже такой живучий, но разбирается немножечко получше. Тут главное, ребят, тоже не допустить его суперудар. Я, наверное, здесь просто укус сделаю. А будем слепоту делать через кривоклыка. Так, теперь он слепой. И уже можно спокойненько разбирать. Видишь, что он хотел сделать? Ну что, добиваем его, наверное. Главное, чтобы не вылетела сейчас игра опять. Поехали. Плод мудрости. Угу. Такие намеки уже дают. Плод мудрости, ну это так. Между прочим, да? А на самом деле нас там поджидает трэш какой-то впереди. Ну что, блин, это истинный шепот смерти. Так, ну у него, я смотрю, ребят, здоровья уже не так много. Поэтому он будет разбираться у нас быстро. Но единственное, что две волны сохранилось. Не три. Кусаем. Оу, молодец, кривоклык. Так, а здесь два стража. Два стража костолома. Сейчас мы с тобой одного быстренько, надеюсь, уничтожим. Вот я одного не понимаю, ребята, вот они бьют кривоклыка. У них же классовая слабость передо мной. Вот
они где, да, находятся, и где я? Нет, они все равно бомбят. Ладно. Сделаем так. Хотя, может быть, не слабость, тут непонятно. Видишь, тут нарисовано как. Нет, слабость. Красненькая стрелочка идет, значит, слабость. А зелененькая стрелочка означает, что урон повышенный. Да все, 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 костолом. Зря ты здесь выплясывал свои кренделя. И на этот раз нам выпадает... Опа! Пак. Необычный. В принципе, тоже неплохо. Плюс 1400 тусклого янтаря. Я забираю, конечно же. Так, еще один поединок у нас. Потом будет мини-босс. Кстати, мини-босс это будет последним. И мы с тобой заберем еще 100 рун. А награда здесь, по-моему, последняя у нас будет 200 рун, да? Если не ошибаюсь я. Так, на дворе ночка. Но все-таки какие-то викинги, я смотрю, там стоят по бокам. А во, появился. Появились. Ну что-то они здесь не радуются. Даже не хлопают в ладошки. Почему? Непонятно. Так, слушай, наверное, вот с этого начну. Попробую я его пробить сейчас. Усиляться будешь? Нет. Усиляться он не стал. Ну-ка. С пониженной броней что ты будешь делать? Воу, я только сейчас, ребята, увидел, что тут три волны уже. Ёк-макарёк. Блин, только не надо ходить первыми. Дай-ка я вот так сделаю, на всякий случай, ребят. Теперь уже не надо хиляться, спасибо. Я уже потратил, как говорится, хилочку. Сейчас с этим разберемся, ну а с этим будет попроще. Блин, ну три волны. Видишь, что творит? Видишь? Вот так вот. Усиливает атаку, ребята. А если он под усиленной атакой будет делать свои молнии, это будет больно. Моих драконов тут расшатает, размотает, будь здоров. Ну что, очередная победа. Древесин, да? В минималочке 37,5 миллионов. Ладно. Ну что, вот у нас и мини-босс. Награда... А, нет, ребят, награда у нас в конце... пак испытаний, короче. Да, тут у нас пойдут потом паки одни. Ну что, давай смотреть. Шепот плюс злобный змеевик. И опять, ребята, три волны. И опять три волны. Будь они неладны. Давай сюда, наверное, будем все-таки бомбить. Хотя с этим мне и быстрее разобраться можно было. Но я все-таки вот этого сейчас хочу хлопнуть. Так, я не знаю, сможет ли у меня... Есть смог. Смог, ребят, пробить. Ну что, злобный змеевик. Сейчас будем тебе... Опа. Смотри, он даже не стал энергию тратить. Лопушок. Вторая волна. Да ладно. Пещерный скалотряс. Давай вот так, наверное, сделаем. Но кривоклык его вряд ли, конечно, не добьет. Не смог. Сейчас будет пережевывать. Вот он как решил сделать. Так, а мы тогда будем бомбить сюда. И сюда. У нас почти фулл хп. Да не почти, а фулл хп. И сейчас кого-то в саленс. Да, в тишину отправил мне штормореза. Испугался, поэтому и отправил. Но ему все равно, ребята, никуда не деться. Последняя волна, вот у нас кто. О, знакомая команда. Знакомая, друзья мои, до боли команда. Я, наверное, так не буду делать, сделаем вот так. Давай, родной, поработай-ка на меня. Урон, конечно, минимальный. Сам понимаешь. Так, на следующем ходу ему крышка, да, получается?
Слушай, ты отвали от моего этого. Пацанчик. Он ведь сейчас все равно, ребята, ушатает его, да? Сейчас добьет. Ну, это ничего страшного, потому что у меня... Я хотел вот накопить, я накопил. А дальше пускай что хочет делать. Сейчас мы будем его тут расклепывать потихоньку. Так. Суперудар будешь делать? Конечно, будет. Когда он такую возможность, ребят, упускал? Чтобы не применить. Опа. Ну, сейчас он просто ударит, и на следующий ход мы его уничтожаем. До свидания, ветрокрыл. Ну что, очередное колесо мы запускаем. Выпадает нам древесина, опять же, очень мало. И сегодня мы отыграли всю энергию, друзья. Всю энергию, что у нас была, нам останется лишь забрать 100 рун и пройти 5 боев. Это уже завтра мы будем проходить, и испытание монстра будет у нас пройдено. Так, здесь забираем пак. Чудовище, Громель, Водорез. Вот, сегодня, ребят, попробовал в ХКР-ку зайти. Что-то у меня, ребята, в автономном режиме пишется играть, и все. Шепот смерти, крылатый ужас. Не прогружается там ни чат, ничего. Не знаю, что делать. Так, необычный набор. О, хорошо навалило. И громобой. Необычный, ребят. Опа, а у меня уже в наличии есть. Так, давай-ка мы его в ангар отправим и заодно посмотрим. Это у нас необычный, да, громобой? Необычный. Их 4 у нас. Отлично, ребята. Раз, два, три. Вознести. Опа, еще 150 чешуек нам прилетело. Ну, еще дофига надо. Всего паков, ребята, 100. Блин, тут 2500. Не кисло. Вознесение 3 драконов. Я вознес. Опа, еще одну награду получаем. И, по-моему, здесь как раз будут царапки. Ну да, 500 царапок. Ребята, все равно через 10 часов 12 минут это событие закончится. Конечно, хотелось бы вот эту вот сезонную награду получить. Пак. Нифига дальше, смотри, какие идут. 500, 500, 750, 1000. А, это дополнительные этапы. Максимум мне вот до сюда можно. Вот. То есть вот последняя награда, которая мне доступна. А тут уже какие-то бонусы. Наверное, за премиум пак, скорее всего. Ну что, ребята, у нас древесина есть. Я не знаю, попробуем сейчас кого-нибудь куда-нибудь отправить. О, мы же обучать же кого-то хотели, да? Я хотел его отправить, но мне не хватило. Это, по-моему... Да ёк-макарёк, не вижу, когда вот так вот приближается. Это у нас... Ага. Точно. Опа. Лети, братишка. Лети, прокачивайся. Как говорится, не чешуя тебе, ни хвоста. Тут 48 уровень. Блин, уже опять расширить академию. Да что ж такое-то? Вроде никого не отправлял, а уже... Так, тихо, вот этого тоже, наверное, надо. Хвостояра. Что у нас? Кто у нас в академии? Раз, два, три. Ага. Чтобы расширить, нужно 6500 рун. Да, это дофига. Ну что, дорогие друзья, на этом сегодня я буду заканчивать эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.